коммунисты растянулись по Невскому, где-то между ЛТПР, позади осталось Яблоко, впереди, как всегда, социализм и народовластие. Об этом красноречиво сообщают транспаранты. Надо сказать, что с наглядным материалом все в порядке, как всегда. В прошлом году это был луноход, мол, и в космосе знай наших. В этом году все не так масштабно, всего лишь земной шар, сообщает о справедливой власти народа. Кто-то пришел с оружием, муляж, конечно. Надо сказать, что идея выстрелила. Все понятно, без лишних слов. В сердце Родины, в Ульяновске, будет база НАТО, и это кажется неправильно. Вот. Любой враг мечтает, чтобы в стране его врага была его база. Если будет НАТО, то мы боимся, что вообще будет беспредел. Мои предки участвовали, большевики участвовали в революции. И считаю своим долгом идти. Я разделяю эти взгляды и буду разделять до тех пор, пока мы не победим. На конфликты с полицией не шли, революционного характера не проявляли. Кто-то в толпе скажет, не те уже красные, мало оппозиционные. На Исаакиевской площади аккуратно заняли место по правую руку от Николая I. По левой были ЛДПР, националисты. Этакая ярмарка свободомыслия. Подходи, выбирай, у кого на разрыв аорты убедительней. Такое 1 мая.